Мы, короче, сейчас начнем работу с этой. Я не дикую. Надо не спать, если тебе не стоит. Мне можно взять днем на дачу. Я не могу попробовать. Ручная работа, каждую деталь приходится штриховать идеально, чтобы красиво получилось. Это мне нравится. Старинный корабль. Преподаватель нам приносит очень интересные эскизы. Да, красивые пейзажи с интернета вот, скачиваем. Мы уже по выбору, какой нравится, начинаем изготавливать. У меня спокойно на душе, очень спокойно на душе. И время быстро проходит, интересно. Покажи. Что-то интересное новое я увижу у ребят, интересуюсь, и сразу влаживаю туда. Или, допустим, ребята у меня видят, что это такое. Допустим, бочечки или пушечки там, или что-то, валку-то, сундучок. Вот, допустим, знаете, флажки разного образца бывают. Потому что в старину самый сильный флот был в Великобритании, в Англии. У Англии, Испании, старинные корабли. Прилукрали артистика Лев, так сказать, ты ваша ты. И борде вини специалист, конфекционер, ви обиект артизанали ден Лев. Au venit cei mai dintre cei mei, care le place, care îi însuflă, ați văzut și acasă singur, se ocupă cu confecționarea corabilor, în deosebi obiecte decorative. Se poate făcut și obiecte de uscasme. La sfârșit vor susține examen de calificare, vor avea fiecare obiectul său, dar celelalte obiecte care le fac poate să le transmită rudilor, să le cadoneze chiar și școlii profesionale. De acum avem un cadou făcut și pe această curată tot a plecat la școala profesională. Veții sunt foarte interesați. În budușim, znaci, tu atât detalii. Nașo, vastanovil, atremontirovăl, sabral, proveril. Поставил свое клеймо. Да, а еще один вопрос. Допустим, ты собрал, его обкатать надо? Обязательно. Холодная обкатка. А почему ты обязательно надо обкатать? А как можно проверить, сделал ты правильно или неправильно? И принцип обкатки основное, назначение обкатки какое? Чтобы делал свои, то противоположное. Правильно. Задачу решал. Значит. Передачи включения. А подшипники мы не меняли? Подшипники меняли. Вот и это была причина. Мы это устранили. Устранили. Сейчас работает. Собрали, подставили. И ты... Проверили, работает. Отлично. И забили масло. Да. Масло надо было залить. Да. Все, мы устранили причину. Это очень хорошо.